эту сцену. Тизер какой-то тоже бичевский. Не знаю, у нас на первом курсе монтажки такое делали в университете. Поэтому я, честно говоря, вообще не знаю, куда ушли те 28 миллионов. Из 60, кстати. Они еще 60 не собрали. Ну вот, может быть, через полтора года соберут. То Ну, есть короче, ты какой-то как бред полный. Бандера не доверяешь этим людям, типа ты не за дедов, которые воевали, ведь это проект народное кино. Ребят, то, что лагает, посмотрите потом в записи, честное слово, я уже не могу это никак.